мои зрители, представляем участников финального заплыва на дистанции 100 метров брасом у мужчин. Men's 100 meters breaststroke. Рекорд мира 55-61 принадлежит Камерону Вандебургу, ЮАР. В заплыве принимают участие Вячеслав Синкевич, Россия. Вячеслав Синкевич, Россия. Марко Кук, Германия. Марко Кук, Германия. Фабио Сканцоли, Италия. Фабио Сканцоли, Италия. Сергей Кебель, Россия. Сергей Кебель, Россия. Биарон Гу, Китай. Биарон Гу, Чайна. Шон Мапоне, США. Шон Мапоне, the United States of America. Антон Лобанов, Россия. Антон Лобанов, Россия. Олег Утехин, Россия. Олег Утехин, Россия. Италия 58,32 сотых.